Сегодня у нас в зале, смотрю, отбор на MGC2. В первую очередь, конечно, круто, что есть такая возможность ребятам попасть на профессиональный турнир. Конечно, да, это сложно, что они за один вечер боксируют восьмерку, даже их 9 человек, да, и это все за один вечер, с учетом того, что по правилам ММА, это, конечно, очень тяжело, и интересно, кто же выйдет победителем. Что касаемо боев, ну, бои реально все непредсказуемые, очень интересно наблюдать за данным мероприятием. Всем ребятам удачи! Отбор. Те, кто здесь бьется, уже достаточно опытные бойцы, пробуют себя на MGC2. Те, кто отберется, покажут себя на турнире достаточно зрелищно, потому что, во-первых, это смешанное единоборство, как в стойке, так и в борьбе они будут себя показывать, и это всегда зрелищно. Да, был бой, который мне запомнился, проходил в одну сторону, то есть выигрывал один только, скажем так. И в конце чуть не проиграл парень с заломом руки. Вот этот бой мне понравился, запомнился и интересно. Сегодня провел 3 боя на отборе к MGC2. Хочу поблагодарить организацию за такую возможность. Провел 3 боя, держал 3 победы, все 3 досрочные, выполнял полностью установки тренера. Сегодняшним днем я доволен. Приглашаю всех 29 февраля на MGC2. Приходите, поддерживайте меня. Будут прекрасные бои, мы устроим зрелище. Сегодня у меня было 2 боя. Первый прошел достаточно быстро. Соперник, я бы сказал, не более неопытный новичок. Второй соперник был более опытный. Подготовлен вот с ним достаточно тяжело было. Но потом я включился, как говорится, открылось второе дыхание. Человек, конечно, у меня никогда не было такого опыта, мне хочется попробовать, смогу ли я себя побороть, там, не перегореть, подготовиться, ну, как я с этим справлюсь. Конечно, я очень рад такой возможности, я постараюсь ее использовать на все 100%. Все любители боевого самбо приглашаются на турнир MGC2 29 февраля посмотреть очень красочные бои, будет очень жарко. Подготовка проходит как обычно в моем клубе Гридин Джим. Очень жду этого боя, просто с нетерпением жду. У меня уже, как говорится, кулаки чешутся. Жду Рафала, без разницы вообще, в какой он там форме будет. Я выхожу делать свою работу, свое дело и порадовать всех болельщиков, которые придут на этот турнир. 6 дней в неделю тренируемся. С понедельника по пятницу по 2 тренировки, в субботу 1 тренировка в день. Настраиваемся на хороший, плотный бой. И как бы сложно что-то прогнозировать, бой покажет. То есть по ходу боя будем как бы строить работу уже. Я спокоен и только наоборот подогревает мне интерес как бы еще лучше подойти в форме и одержать победу над ним. Ребята, порадовали боями. Реально очень хорошие получились у вас поединки. Достойный выход в финал. И что самое интересное, эта встреча имеет историю. Это будет реванш этих ребят. Да? Они уже друг другом дрались, так что это очень классно. Победитель, мы знаем, получает контракт еще на 3 боя. Поздравляю вас, красавцы. Всем побед. Поздравляю вас. Поздравляю.